Городской округ Люберцы почти полностью готов к осенне-зимнему периоду. Подготовительные работы завершены на 97%. Прошла проверку котельная на улице Космонавтов. Она одна из самых крупных в округе. Обслуживает 94 многоквартирных дома и 13 социальных объектов. Работы уже на финальной стадии. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на данной квартальной котельной ведутся работы по замене шестого котла. Шестой котел уже отработал свой срок службы, это 20 лет. Все, что касается всего теплосетевого хозяйства, всех котельных, а у нас их 81, вот 78 готово полностью. Мы 100% готовы запустить, дать тепло. Я думаю, что в течение ближайших недели, 10 дней, мы все остальные котельные, тоже 3 их осталось, мы их подготовим и к зиме будем готовы.